Минутка знаний от доктора Лены Березовской. Современное акушерство имеет новую классификацию родов срок, и это роды в 37-42 недели. Поэтому, если вы не родили в 40 недель, это не означает, что нужно срочно бежать в роддом и прерывать беременность, то есть вызывать индукцию родов. Также очень часто есть ошибка в определении предварительной даты родов и также в сроке беременности. Точный срок беременности можно определить по УЗИ в первом триместре. Это на сроке 8-12 недель, когда уровень погрешности самый низкий. Чем больше срок беременности, тем больше погрешность определения точного срока беременности. И со второй половины уровень ошибок составляет 8%. Это означает, что измерения могут быть ложными. Это необходимо помнить.